Площадь Терешковой теряет прежний лоск и исторический вид. Фасады зданий, которые сияли к вечеру огнями, погасли. Засилье пестрой рекламы на домах подвергает в шок. Несанкционированная торговля прямо на площади переносит в 90-е. Почему на площадь местные власти махнули рукой и что думают тверичане по этому поводу, выяснила наша съемочная группа. Яркие розовые дома и изящная лепнина на фасадах. Так выглядела единственная площадь в России и мире, названная в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в 2016 году. Тогда фасады домов отремонтировали и подсветили. Летом того же года свою именную площадь посетила сама герой Советского Союза, отметив красоту этого места. Но сейчас от былой роскоши фактически ничего не осталось. Хаотично подсвечиваются фасады домов на площади Терешковой. Это один дом. Подсвечивается здесь штук 7 колонн. Аналогичный дом. Раньше он тоже подсвечивался, но сейчас здесь не работает вообще ни одного фонаря. К тому же вид портит строящаяся многоэтажка. Куда оно такое здание выстрелили здесь среди всех зданий? Ну, некрасиво смотрится, вот и все. Ну, старые площади, такие дома красивые. Лучше бы на том месте, где это было, был детский сад, а оставили детский садик. Дома везде настроили. Площадь испортит новостройку девятиэтажную. Будет некрасиво. Дом совсем неуместен. И жильцы очень жалуются. И темно, и территорию заняли. Детский сад был недовольный. Большие вопросы к местным властям возникают и в части несанкционированной торговли, которая в буквальном смысле кипит на площади имени Валентины Терешковой в дневное время. При желании здесь можно купить все – носки, цветы и прочие бытовые вещи. Но почему это никто не контролирует? Что касается рекламы, то и тут у местных жителей немало нареканий. Фасадов первых этажей исторических зданий практически не видно за пестрыми вывесками. Это жуть. Никакой культуры, никакой красоты. Должно быть строго, лаконично. Я думаю, вообще бумажками все обклеено. Прозрачно. По-другому не скажешь. Исторический облик теряется. Хотелось бы поменьше рекламы. Вообще, в одном ключе бы лучше сделать всю рекламу. Все куда одно красиво. А так одна коричневая, другая красная, третья розовая. Недавно в администрации Твери приняли дизайн-код города, который должен регламентировать все рекламные конструкции. Вывески должны быть без подложки, не должны противоречить стилю здания, цветовом решении и дизайне. И не должны быть слишком большими, так говорили чиновники. Информационная конструкция в целом, да, и размещение на поверхности здания должна соответствовать архитектуре здания, ее выразительности, учитывать архитектурные элементы здания и, в общем-то, выглядеть гармонично на всем протяжении здания. Для того, чтобы подготовить новые вывески, предпринимателям чиновники дали год. По всей видимости, у властей, у самих предпринимателей руки еще не дошли до площади Терешковой. Будем надеяться, что в ближайшее время она все-таки обретет достойный вид, подсветку на зданиях починят, рекламу приведут к единому стилю. Ну а высотка, с ней уже ничего, как говорится, не сделать.